Один из самых знаменитых рэперов Казахстана, Джа Халиб, страдает от проблем со связками. Именно поэтому врачи строго-настрого запретили ему петь. И это в самый разгар работы над новым альбомом. Правда, артист призвал поклонников не волноваться. Петь ему нельзя, но работать все-таки можно. Поэтому он продолжает целыми днями сидеть в студии. Но мы работаем, тем не менее, над альбомом. Сроки это не поменяло. Пришел таймер. Вот, так что дата релиза альбома будет 29 сентября. А до официального релиза рэпер еще порадует новым и весьма трагичным клипом на песню «Созвездие ангела». Видео про киллерские страсти можно будет увидеть уже совсем скоро.